Это я, Саймон. А это Анна. Я хотел научить ее крутить карандаш в руке, но с ловкостью у нее все плохо. Сегодня учебники не понадобятся. Замещающие учителя всегда проводят самые странные уроки. Сначала она показала маленький шарик и сказала: «Это планета Земля. Размером с шарик. Перед Саймоном. Если Земля — это шарик, то в полуметре от нее была бы Луна. Размером с камешек. В коридоре внизу перед учительской был бы другой шарик. Это был бы Марс. Рядом с подсобкой для уборочного инвентаря был бы грейпфрут, Юпитер, а далекий Нептун... Нептун — это мандарин на краю города. Солнце — надувной мяч на учительской парковке. Если оно взорвется, когда оно взорвется? Мы узнаем об этом только через 8 минут, а затем неминуемая смерть. А Вселенная продолжит существовать. 100 миллиардов солнц в нашей галактике. Миллиарды, миллиардов галактик во Вселенной, которая экспоненциально расширяется. Потом она сказала, что в какой-то момент Вселенная перестанет расширяться, и я отвлекся, потому что Эмили слишком громко жевала жвачку. Я не хотел, чтобы Анна увидела, что мне интересно, ведь она классная и милая, и я не хочу, чтобы она думала, что я увлекаюсь наукой, но как сложно оторваться. Голос учителя стал тише и напряженнее. Она сказала что-то про максимальную энтропию, полную неподвижность. Смерть всего. Это называется... Тепловая смерть. И конец Вселенной. Небольшое колебание в энтропии при идеальных условиях вызовет еще один большой взрыв. Я почувствовала себя еще более незначительной. Целые вселенные внезапно появляются и исчезают. Все, что мы видим или знаем, или чувствуем, или любим, временно, бессмысленно, появилось случайно, из хаоса. Атомы объединяются и распадаются. Это даже освобождает. Мы можем делать, что хотим. Или угнетает, если не можем. Жизнь — это... незаметная случайность. Пылинка, которую сдует шарика, прежде чем она успеет сесть на него. Thank you.
Хороших всем выходных. Грейпфрут и тепловая смерть. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Юрий Аркалов. Роли озвучили Артем Бахтин, Елена Лунина и Татьяна Шамарина.